Бывало ли у тебя такое, что ты ищешь, но не можешь это найти? Заходя на площадку Code4Game, ты найдешь все, что тебе нужно. Хочешь оценить танк перед покупкой? Бери его в аренду. Экономь до 99% стоимости, оплачивая бонусами от Сбербанка и ВТБ. Эксклюзивные прем-танки, игровое золото, премиум-аккаунт, еженедельные пакеты ускоренной прокачки, а главное, X5 за победу в боях. Забирай то, что тебе нужно, на Code4Game. Ссылка в описании. Кисты! Всех приветствую, дорогие друзья, с вами Левша, и у нас сегодня, наконец-то, я думаю, многие соскучились, это сейчас все катают там Йохов, мы уже Йоха откатали с вами. Наконец-то мы собрались, мы поиграем сегодня в формат 7-7, турнир, если вкратце, это два тестовых турнира, через неделю или через две недели будет еще два тестовых турнира, итого 4 тестовых турнира формата 7-7, где атака-оборона с плей-офф начинается. И атака-оборона, сейчас мы будем играть по одной базе с каждой стороны, а второй турнир будет как старый добрый, атака-оборона с двумя базами. Я пока не еду. Ребят, мы сбоку заходим сейчас, сбоку заходим. Ой, принимать. Не торопись, давай, башки, заходите. Не зажаты. Бэшку долбим, крепко. Поехали, давай, ну, давай, поехали, давай. Они набиваем. Какие-то жмите они бешеные, вперед. Давай. Бэки. Так, открыл тебя. Открыл, не надо, я уже рот закрылся. Закатите внутрь. Ребят, 60 ТБ, то ли тебе прёт надо. Я доем. Я вижу. Да, давай. А, Чифа, доешь? Короче, Крест, это твой бой, я всё для тебя сделал. Спасибо, спасибо. Есть что? Нет, я не пройду. Я заберу его. Давай, давай. А, у меня дважды БК нет, меня убьют. Альфа 356. Я забрал, хорошая. Альфа 356. Нормально, ну тут бог в помощь. Да, все окей. Ну нормально, нормально. Развлекайся, жопой танкуешь, Зукс, красава. Левша там впитал. Да, ясно. А у меня пушки не ворочает, звонёк. Гоу сольём. Выжил. Го. Крест по нафоку. Подожди, он решил со мной подраться, а потом решил от меня убегать еще. Я успел не дать. Бля, а я его фугой пробью? КСВ троит трех танков, дает туда и сюда. Это фокус. Да, да. Исчезновением лажков. Я теперь понимаю, как Биоульф на сотке выиграл. Он просто ехал и стрелял. Ну да. Нормально, да, молодцы. Так и было. Выиграли первый бой. Че, 10-й Йоха, как вам, пацаны? Мне нравится. Блять, ты когда успел продаться, я не понимаю, блядь. По кайфу. Я критикан на нем сделал, блин. Вообще я сегодня всех развалил на этом. Ты сказал, когда успел продаться, а я смотрю. В названии Левша и Wargaming Net организовали турниры. Ага. И чё, техническая поддержка, блядь. Так ёх, говно, параша полная, десятка. Подожди, чем? Давай. А чё в нём хорошего? Он красивый. Нет, он красивый. Его пробивает все. Он ДПМит вообще жестко, а ты чё, у него пуха огонь. Бля, Биба, я... А это, кстати, слышь, чё? Надо стрим записывать, надо у Бибы научиться играть. Собрал в сравнении Ёха 10-го и смотрю... Думаю, нифига себе, тяж с такими уэнами и 4К ДПМ. Я думаю, нихрена себе. А потом только понял, что у меня там вкладка на фугасах стояла, когда нормальные снаряды поставил, что там ДПМ нету. Сколько? 3600? Да у нас, ну, у нас на Европе корм будет отличаться от СНГшного же. Прикольный сетап у них. Да, а чем именно? Тем, что тебя там не будет, Крис. Это аргумент, друзья. У меня контроль, я не могу ничего делать пока что. Блять. Скажешь, когда он КД будет, ЧСВ? Нормально, я пацанов немного разминаю вот этих правок, но... А по КСК вообще нет инфы, да? Он КДшился или нет? Нет, он не давал, я просто ему зато. Подожди, где она? Где он захватывает? Контроль тебе главное, чертейн, чтоб не выехал. Базу. Там грант. Найс. Но у меня чифтейн контроль, я не могу уехать. Подожди, у тебя хп есть, блядь, нет? Нет, у меня ноль. Я сбил. А, Вильф тогда может. Охуеть. Я думал, просто Вильф тогда спуститься с горы может, нет? Сейчас спущусь. Чифа нет. Сейчас кран просто выставится, заберет и меня, вон чиф едет. Чиф никогда. Это как ты мне дал? Я понимаю, я пытаюсь, может, что-то еще. Ты можешь шо? Блядь. Это... Вильф, скажешь, если он КД? Он заряжен, Дим. Он едет. ЧСВ, но я не могу убить. Блять. Он КД? Он КД? Да. Я его зацелю. Там сейчас, скорее всего, отсюда КСК. Вот КСК. КСК приехала.
Она меня забирает, альфа прошла. Кран в меня выставляет, ну, да, бьет. Максимум все. Одну дам. Ну, если так на кнопки жать, то и две можешь въебать. Блин, успел. Сколько их, пять, да? А, экран сейчас на гору будет подниматься. А чё вы на второй сделали, ребята? Это ж какой-то, там хуйня, блядь, произошла. Там дерьмо просто. Какие дерьмо? Я вам сказал, куда уезжать, если они по второй едут. Ну, вот сюда надо уезжать. Только когда они засветились на второй, я был уже здесь, блядь. Всё, сейчас это светишь, да? Да, на пересяжку. Всё, Буба и Биба вливаются. Буба и Биба вливаются. И мы едем пушить. Погнали. Полная Буба. Биба заливается. Блин, они ж не могли отсюда без засвета, я надеюсь, уехать. Могли. Я полетел, ребят, товарищи. Нашел еще одну. Земля пуховиком. Давай, Биба. Погнали. Как мы 27 будем бивать там? Там за камнем, да, скорее всего, кран. Впереди за камнем есть, да, за камнем есть. А кто там? Минус 2, кран. Нужно проехать, убить его будет. Я пока Биба, едет на 29-х, нам нужно снести крана по-любому, ребят, проехать. Штейнами режут. Биба за 29-ми едет просто. И я за 29-ми туда еду, я сразу клинч стану. Ну, Креспи, ты зачем перекрывать? Понятно. Ты его едешь, клинч, ты долбоеб? Да я ж пытаюсь, ну я пытаюсь налево, ты меня подпёршишь. Заберите его, заберите. Уходим на дистанцию. Да, да. Все, погнали по 29-х. Вам надо что-то быстрее, потому что чифы едут. Мне тут все, еще тайны скидывают уже. Ну, может, не надо вам дальше пушить или? Да, нам, наверное, нельзя дальше пушить, слушай. А вы можете этих чифов перебирать? Надо чифов перебирать. Вас сейчас спину будут убивать, вас спин чифы будут убивать. Да, нас просто спину чифов. Я фармлю этих чифов. У меня чифы сейчас едут. Ну, блядь, не, мы не проедем, их убьют. А чифов пробуй убивать. Я пока дефармлю их. Да я вам здесь пиздаю. Блядь. Да не, здесь вскрыть это сложно. Давай пробуй, ну, это. Да. ХП еще подожди, нормально. Мы можем, надо по читайным скинуть. Я помогу. Крест, вернись, да, к Вильфу. Блять. У нас осторожно. Третий чиф, блять. Я попадаюсь. Без тебя я помню, нас что да. Ты убьешь чифа там, что-то? Да, убью. Я пока пофугал. Окей, давай, я дал деточку. А, у нас справа уже. Да, сам там убивает. Пиздец, блять, турнир нахуй, вылетели с турнира. Начали играть, вылетели. Теперь вот комментировать. Вот. Живи, сейчас я буду помогать. Он меня сейчас стрельнет, он когда... Не, вообще, если вы сейчас убиваете чифтейна этого, и ЧСВ выживает, вы это растащите. С времени мало, очень мало. Ну да, ничего, будет тогда. Бульф, может, не теряя время, просто едь на него пушить, типа, и на ДПМе его убьете? А то, что пока он один, потому что в это время там двигаются остальные сзади. Он когда? Там Крески не успевает уехать. Может, успеет. Контакт, 8-9, один ваншотный. Ну конечно, на ходу попадает, ясен хуй, блять. Просто заживи. Я котов не дал. Он когда сейчас будет? Когда он? Альфа! Альф, ты быстрее. Времени не хватит. Ну там 2-7-9, скорее всего, остался просто с кемпей, все. Ой, такой лакирок, конечно, блядь. Зачем Крест по крану в клинч стал? Ну я хотел слева еще проехать. Ты еще и нас всех заблочил. Не, подрезал. Я хотел слева объехать, но чуть-чуть ты меня подпер, и я не смог повернуть, блядь. Ну все, получается, да? Да, да, наиграли. Подожди, а где вы видите, что две команды выходят, а не три? Это написано было. Там в правилах я вот. Да, в правилах написано. По итогам групповых этапов плей-офф проходят первое и второе место каждой группы. Может, поблажку сделать? Да-да-да. Саня, турнир сейчас пойдет договорить, пацаны. Ты хорош. Да нет, вообще 10 минут. Я не знаю, почему они 7 минут, типа, из-за того, что кому команда зарегалась. Ладно, это потом будем разбираться после. Не, ну типа, стандартный бой 7 минут, это тоже как бы прикольно. Не, ну утес слили, ну типа, ну чё, ну, блять, это... Ну утес, да, там файл прям конкретный. Там пиздец. Чё, всё получается? Все, на расход. Да, пацаны, спасибо за игру. Было интересно. Было очень интересно. Ну что, пацаны, завтра регаемся. Главное результативно. Да.
Вот, если 2 Е, да? Блядь. Да е пиздец, блядь. Ты чё за помойка, которая тебя пробивает? Чё, блядь, там Беовульф рассказывает, что... Сука, он крепкий, все дела её. А посмотри, может, в корпус подставил, конечно. Ты опять на этом чудовище играешь? Да мы с турнира вылетели, чел. Сразу с группы. Пипец, как помойка сыграли. О, блядь, чудище ебаное на КПЗ ее, который едет позади ее. Лангер, спасибо. Нет, не Андрюха мне не сообщил, почему он ушел из клана. Есть подозрение, что он ушел из танков. Не, ну это пиздец. Я не понимаю, как на этой параше играть, вот честно. Вот я и... Вот прошлый бой, чтобы вы понимали, это просто везение. Я не знаю реально, как там чуваки такие. Эй, это классный танчик, он крут, дамазит. Давайте. Че, блядь, за уебанский вечер, я не пойму. С турнира сразу вылетели. На этом Йохе играть страдать. Теперь еще комментировать. Ой, я не... Прям жопа горит. Смотри, мне надо как-то проехать на центр и там принимать. Охерена. Тесту хоть удалось Торику, так турнир идет. Мне же тест как организатора надо понять, а не как игрока. Я же потом, если турнир когда-нибудь запущу, я же там не собираюсь, ну, сам сидеть играть, там постоянно бороться за какие-то призовые места, все уже. Пожилой, как говорится. За Йохом гоняется. А что за эти команды? Почему вся команда туда разъехалась? Я не могу играть в этот ебаный рандом с этими тиммейтами, которые просто на жемчужный этот разъезжаются вот так вот и все. Меня слов нет. Миша, острый любишь? Не, я не могу его острый переносить, мне физически плохо становится. Это плохо, потому что острая еда, говорит, очень вкусная, а я не могу ее хавать. И мне от этого обидно. А пожрать я люблю, по мне видать. Ну как люблю? Ну да. Хотя раньше, помню, поход в ресторан, это считалось прям такой уф, прикольный там, раз в пятилетку. Вот. Это как столовка уже воспринимается, поэтому... Тоже уже не те ощущения. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в 13:00. Всем спасибо. Всем пока-пока.